Итальянская металлургическая компания «Марчегалия» планирует построить завод в Башкортостане. О перспективах сотрудничества сообщили в Госкомитете Республики по внешнеэкономическим связям. Предприятию предложили стать резидентом одной из территорий опережающего развития республики либо особой экономической зоны Алга. Так инвестор сможет воспользоваться льготными условиями для развития своего производства. В случае подтверждения партнерства сталепромышленное предприятие будет выпускать в Башкортостане дорожные барьерные ограждения и сопутствующую продукцию. Проект планирует вынести на обсуждение на инвест-часе. Конечно, для нас очень важно было понять, что коллеги готовы локализовать свое производство на территории Республики Башкортостан. Сейчас мы готовим проектные документы и ждем следующей встречи уже с более высокими руководителями республики, где будут обсуждаться возможности, финальные возможности локализации производства на территории республики. Сегодня итальянская компания «Марчегалия» имеет 60 коммерческих подразделений и 28 заводов. Предприятие производит более 30 различных видов дорожных ограждений, стальные защитные барьеры, парапеты, моста и встроенная защита от шума. Годовой объем компании – 5,5 миллиардов евро.